находимся в ресторане Тан, и у нас сейчас прямой сейчас чат. Давайте, короче, мы вас видим, слышим, заходите, и как только вы начнете присоединяться, мы увидим. Все, началось присоединение, мы видим, как вы присоединяетесь. Я сегодня здесь не одна, у меня куча гостей, мы, в общем, в такой немножко театрально-киношно-телевизионной тусовке. Пишу, привет, Купченяги, привет, я тоже, эй, привет, привет, ура, 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 доброй ночи, привет, привет. Мы, короче, находимся в Москве, у меня ребята в гостях, мы сегодня попробуем ответить все на этот вопрос, и каждый даст свой какой-то, вопрос. Короче, можно ставить сердечки, если вы не смогли зайти, попробуйте зайти еще раз. Если не можете этого сделать, просто слушайте нашу трансляцию. В общем, короче, мы с вами здесь. И я сейчас познакомлюсь с своими гостями, я вас обожаю. Ты, читать не буду это слово, оно матное, я не могу разговаривать в эфире, меня заблочат. Ага, вот, короче, всем привет. Всем хай, мы, в общем, тут такие вот собрались, это мои друзья, это вот мои, поздоровайтесь, как вас зовут, скажи, представьте. Здорово, привет. Всем привет. Это Арсений, это Ульяна, моя подруга, вот еще один человек такой, смотрите, как его зовут, как вы думаете, скажите. Кто я, давайте. Кто я, быстро угадайте, как, кто экстрасенс, быстро угадайте, как его зовут. Слава, Саша, привет, очень красиво, круто, ба, как его зовут, как его зовут, крутые люди. Артём! Ни хрена ты красава вообще! Ты просто нас уделал сейчас! Короче, вопрос такой был. Почему нельзя фотографировать мертвых людей? Перемотка назад. Короче, все сначала. И так был такой вопрос. Почему нельзя фотографировать спящих людей? Угаданный Артём. Давай расскажи-ка нам, как ты думаешь? Может быть, нельзя, потому что они пукают, или потому что им просто стыдно, что они ворочаются, открывают свои половые органы. Или, возможно, это, с чем-то связано, да, в твоем понимании. Почему нельзя фотографировать спящих людей? Хороший ответ, я тоже об этом так же сказала бы. А ты как думаешь, почему нельзя фотографировать спящих людей? Ой, знаете, меня однажды сфоткали во сне, и я в какой-то момент просто увидел то ли тоннель, то ли комнаты, но она была темная. И у меня как будто бы стоял выбор передо мной. Если нажать кнопку X, то можно переместиться в другую реальность. Да, то можно переместиться, Встретиться со своими предками, да. А если нажать на кнопку Y, то... Да, то просто проснусь, ничего не изменится. Я это, можно сказать, просто забуду, вот. Но я это не забыл, я это отчетливо помню, Короче, говоря, теоретически, вот сейчас Арсений сказал о том, что это теоретический переход в другую реальность. То есть это такой некий портал, когда человека фотографируют во сне, он находится в неосознанном состоянии, его мозг функционирует в 2 или 3 раза быстрее, чем он есть, и считывает фотографию как некий портал, который дает возможность перейти в другое измерение или в другое средство связи. Правильно понимаю? Да, абсолютно. Типа того, да? То есть, такое, если старым языком говорить, это портальный переход. Ульяна, скажи, чисто девочку, давай, у нас эзотерические парни быстренько как-то так круто ответили, что скажешь? Не идите на свет. А? Не идите на свет. Не идите на свет. Ульяна советует, не идите на свет. Там, где вспышка, там может быть Завулон, который спрячется смелым судьбы, который, возможно, будет очень круто, изменит вашу судьбу. Ну а что я могу сказать? Раньше люди, которые фотографировались, и была вспышка, представляете себе, вы спите, а над вами фотографируется вспышка с разлетающимися стеклами. И людей это очень сильно пугало, они становились заиками. Поэтому спящих людей фотографировать было ранее нельзя. Всего лишь навсего. А так фотографируйте их на здоровье, особенно если они голенькие, красивенькие, хорошенькие, и вам потом за это дадут денег в Голливуде, если вы, конечно же, сфотографируете голую во сне Памелу Андерсон. Наверное, вам за это выдадут баблище. Все, ребята, всем пока. Сейчас чат был крутой. Ребята, я думаю, нам было очень интересно быть вместе в Перископе. Это мои молодые исторические друзья. Я старая пожилая женщина. Да, это я, Наталья Вансеева. Всего доброго. До новых встреч. Окна курят нервно.